И снова здравствуйте, друзья! Это наше второе включение с первого этапа гонки Avaci Race. Мы находимся сейчас на 58-м километре. И пока вот мимо нас прошла группа только из трех каюров. Это Михаил Шелковин, представитель Карелии. Это Алексей Ситников, представитель Камчатки, и Олеся Каримова, город Санкт-Петербург. То есть пока в лидирующей группе только один представитель Камчатского края. Вот когда меня спрашивают о том, что насколько проста или сложна гонка, я всегда говорю, что наперед ничего никогда не скажешь. Вот сегодня первые километры пути, особенно для ребят, которые представляют север Камчатки, те, кто выступает на не очень опытных собаках, сложились крайне тяжело. Почему? Город Елизово, достаточно большое количество людей, несколько раз пересекали дороги. И вот собаки, которые не привыкли к такому формату гонки, немножечко потерялись, было видно, что собакам тяжело. Плюс еще вот сейчас чуть-чуть подморозило, то есть сейчас, ну, там, минус 5. А стартовали мы, ну, где-то было плюс 2 градуса. И пройдя буквально первые 10 километров, собаки начали перегреваться, и было заметно, что некоторые каюры испытывают с этим определенные проблемы. Но вообще, конечно, вот первые впечатления от гонки Avaci Race. Ребята, это круто. Это вот реально круто. Вы посмотрите, гонка проходит мимо так называемых трех домашних вулканов города Петропавловск-Камчатский. Вот первый этап, он достаточно спокойный, равнинный, то есть можно ехать, наслаждаться красотами. Понятно, что каюра мне до этого, но вот мне, как, например, журналисту, человеку, который идет сейчас в группе сопровождения, я получаю огромное удовольствие от того, что происходит. Отдельно я должен поблагодарить и сказать огромное спасибо организаторам этой гонки, потому что в Елизово было сделано все вот то, что называется без сучка, без задоринки. Прекрасно подготовлена трасса. Когда нужно было перекрывать дороги, очень четко сработали и волонтеры, и сотрудники МВД. Дальше. Было накрыто оперативно и хорошо снежное покрытие на дорогах. То есть собаки не стесывали лапы, и полозья нарт не страдали. Единственное, что как бы вот немножечко сейчас начинает... Ну, сказывается, что ли, вот в такой вот минус, но это к организаторам совершенно не имеет никакого отношения. То, что сейчас уже прошло 5 часов с момента старта гонки, а пока прошло только 3 каюра из 17. Ну, будем ждать, еще у нас будет включение с финиша. Напомню, с вами Григорий Манев, это первый этап гонки Avaci Race. Следите за нами, будет дальше только интереснее.